Хорошая? Да ну, натуральная, как бы, из натурального волоса. А белок не убивают? Да нет, конечно. Из хвостика просто обстреляла белок. Это... Если хочешь, можем в интернете поискать, поинтересоваться, но я не смотрела как. Так, ладно. Так, штаны есть, платье есть. Что там еще надо было? Юбка. Еще надо спортивный костюм будет тебе. Для чего? Обязательно, для физкультуры. Все, поехали кушать. Сейчас развернемся. Наша пикалка нам помогла. Стоят они 382 рубля. Угу. И такая штука туда кладешь. Ну, у меня нет. Тетрадок этих полно. Да, стаканчик большой. Тилен. Раз. И вот эти гуашь. Сколько стоит? Короче, 9. Вау, вот. И как? Все надо, карандашок. Пластик, клей, карандаш, ручка. Я сейчас покажу все. Я не очень. Так, да. Потом у нас такая девочка. Голубенькая. Такая розовенькая. Я сегодня такая-то тормознутая вообще. И совушка. Если я ее показывала, не помню. Руки. Мне так понравилось вообще. Сейчас покажу карандаш с ручкой. С морскими котиками. И такая ручка голубенькая. Угу. Следующий клей. Патрульную мебель собираю. И линейка. Вот так он достается. Просто вот так. Так. Ананасик. Ну что на этом? Ну и там. Я купила вот такую тетрадь. Принцесса Софии. Вот такая принцесса Софии. Это я положила. Мне так понравилась она. Такая. Я видела линейку. Вот на эту. Ну я съела огромную сосиску. Иди сюда, сфоткаемся. Для заставки. Ну, тебя не видно? А какой аромат-то вообще? Я разбила булочный вчера, да, коленку разбила, плакала. Помазали зеленкой. Надо угадать, где это. Угадала. Надо угадать, где два, а где один. Ника, ты что, нырять собралась? Вот тут куча? Ого, у меня там монетка была. Вот это да. Как у тебя, кстати, коленка? Вчера коленку, да, как это? Как ты вчера-то купала? А-а-а. Вероника! Ой-ой-ой-ой, я сейчас папу-то увидишь, как ты его кепку тут.
Сразу отдала. А зачем мама эти сумки? И нам пора уже на Алтай собирать сумки. И чемодан, да. Самое необходимое, список. Ну что? А то что? Ну что, все, мы поехали в парк. Куда? Туда. А, мама, помоги. Ну, молодец. Никуся себе уже какую-то подружку нашла. Я хожу гуляю. Наслаждаюсь видом красивым. Деревья шумят. Осень приближается. Красота. Там. Пока бежала, опять встретила девочку. Вон она бежит. Я не шевелюсь. Пойдем гулять. Че вышли-то на улицу? Сидеть? До сиделки? Всем доброе утро!
довольна? Ты чё? Папе забыла сказать пока. И чё? Папа на работу побежал? Ты чё, зайчик, тут девочка, ты мой, ты чё? Сейчас, хочешь, позвоним ему? Не? Он тебе сказал же пока. Ну ты чё? Ага, спасибо, спасибо. Чуть подальше сейчас. Ну что, пошли завтракать, а потом Гученьку к ветеринару. Посмотрим, что у нас за прыщечки там, да, скачили, не все. Немножко сейчас с Гученькой погуляем и пойдем завтракать. Такой дом тут красивый построили вообще. Какая красота тут. Лайка лает. Лай-лай-лай. Так понятное дело. Ника, здесь машины, сделай короткий поводок. Нет. Вот, кстати, да, вот голове не холодно, не, ну это не на постоянку, то есть если вот так вот прям весь день, то это будет прохладно, что-то нужно. Это потому что мы недолго на улице еще, а так вот руки даже все замерзло, ветер ледяной. Шикарные ботинки. Все сама выбирала, ничего не подбираю, и все сама делаю. Давай запрыгнем, Гучка! Ура, ты запрыгнула! На высокую? Еще волосы мокрые с утра, Дуся. Нас немножко ветерочек подсушит. Да, кстати, вот арбуз она поест. И наш завтрак. О, нифига, круассан-то огромный, Ника. Ты его съешь? Пойдем. Наше утро. Гучи, довольна. Упроси. Ты что дала? Ничего. А что, она ест? А там что-то съела? Гучи, ты что съела? Гучи тоже хочет. Не холодно. Ничего не холодно. А я сейчас вот так дрожала. Дрожала? Ну, что-то боюсь. Сейчас вот так, а вот так? Это она что-то там съела, там кто-то что-то... Ты, наверное, какую-то крошку стряхнула, она ее это нашла, съела. Так, ей арбуз давала, она его не съела. Ладно, приятного аппетита, девчонки. Делаем, он будет красить. Посмотрите на эту девчонку. Что она делает? Вкусненькая пытается что-нибудь найти. Да, Гуча? Ты там что-то вкусное съела, но там этого больше нету. Сейчас поедем к ветеринару через часик. Что-то находила вкусное такое, что съела. Гуча, что ты там такое находила вкусное? Чья-то остался фантик, чей-то. Красивое такое тут кафе, прям очень уютненько. Любимый стол. Большой такой. Ага. Хорошо. У меня такая красивая кофточка. Я вообще заметила, что мне рубашки идут. Вообще рубашки обожаю прям. Так как длинный упал. Блин, упала. Что упал? Сухарь? Ну да. Упал, значит, упал. Куда ему и дорога? Попробовать.
нашим таким завтраком. Молчаливым. Покажу вам Гуча. Гуча тоже завтрак. Кружку уберу, чтобы не перевернула. Она сейчас суп поест. Ну, окей, она ест немножко, ничего страшного, там крошки. Гуча тоже завтрак. Love, love, love.